Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Случилось у нас с этой ячейкой неисправность. Начали выводить ее в плановый ремонт по заявке и не смогли отключить выключатель. В общем, сначала пробовали отключить дистанционно через систему телемеханики. Отключить не получилось. Далее перевели ключ в местное управление и решили отключить с помощью ключа управления. И тоже получилось безуспешно. То есть фидер у нас не отключался. Далее несколько раз еще попробовали ключом и в итоге отключили с помощью аварийной кнопки. Ну, это кнопка аварийного отключения вакуумного выключателя, это Vrido Electric. Сейчас фидер уже ввели в работу, неисправность, соответственно, была устранена. Я вам чуть позже покажу, в чем была причина. Сейчас все ввели, вот у нас показывает ток 150 ампер. Все в работе. Вот индикация, здесь индикация. Есть у нас одна проблема, нарисовалась. Не работает управление. Но сейчас все цепи включены. Я включаю оперативку еще. Стоит дистанционно. Перевожу на место. Перешел на место. Но все равно не управляется. Не управляется. Кнопками. Также не управляется. Квитирую. Вышел из строя блок управления. Вот это я уже новый взял, буду ставить. Это старый. В общем, заменил блок управления. Сразу загорелось у нас и питание, и готовность при соответствующих снятых блокировках. Ну вот, устанавливать сейчас не стал, пока на весу попробую. Ставим на местное управление, перешло на местное и поехали. Включился, отключился, отключился, отключился. Проверим. Проверим от кнопок. Включился. Ставим на дистанционное. Здесь пришло на дистанционное. И, соответственно, ничего не управляется. И все. Блок управления у нас этот исправен. Сейчас я его сюда установлю и вводим фидер в работу. Странно, что произошло с этим блоком. У нас относительно новый, ему где-то полгода всего. Тем не менее, вышел из строя. Причем вышел из строя так, что не выдалась неисправность цепь сигнализации. Поэтому и не, своевременно не увидели, что он вышел из строя. Ну а причиной неисправности стал блок управления SM16 от Vrido Electric. Вот блок я уже заменил, но хочу сказать, сейчас все горит, питание, горит готовность. То есть он полностью у нас готов к работе. Но хочу сказать, что первый раз за все время у нас выходит из строя блок SM16.
Раньше у нас выходили из строя 12-е блоки, 0,5-е блоки, и блоки питания 0,2. Но вот с блоком СМ-16 это у нас самый первый случай. А умер блок, то есть вышел из строя блок, очень-очень интересно. То есть на нем не горело светодиод питания, не горел светодиод готовности, то есть вообще ничего не горело, и не горел светодиод неисправности, вообще ничего не горело. И при этом он вышел из строя неизвестно когда, потому что не выдалась даже неисправность по цепи 3-4. Вот она здесь задействована, вот эта цепочка 701-79, контакт неисправности 3-4 блока. Так он ее, эту неисправность, в схему сигнализации не выдал. То есть у нас желтая лампа, здесь не загорелась, сигнал аварийный никуда не ушел в телемеханику, ни на подстанцию, центральную сигнализацию. То есть все было глухо. То есть фидер был просто в работе, и в одночасье вышел из строя вот этот блок. Ну, сейчас уже все, блок заменен на исправный, все работает, все управляется. Вот такая вот была ситуация, вот такая вот история про блок управления СМ-16. Как он у нас вышел из строя. На просторах интернета, в Ютубе я уже видел некоторые сюжеты, что эти блоки стали, ну, периодически все-таки выходят из строя. Нам Таврида его обещается поменять, а пока я взял из ZIP. Если у вас были подобные случаи, расскажите о них в комментариях. Кто обслуживает данные блоки управления, расскажите, как долго они у вас эксплуатируются и как часто возникали подобного рода отказы. Будет очень интересно почитать не только мне, но и другим лицам, обслуживающие электроустановки, релейную защиту и автоматику. Ну, на этом все. Вот такое небольшое видео. Кому оно понравилось, ставьте лайки. Ну, а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки Электрика». До новых встреч!